Акция «Школа утилизации электроника» с каждым годом собирает все больше и больше участников. Главная ее задача – научить подрастающее поколение заботиться о природе. Именно поэтому она организована с учетом возраста участников, конкурсы, песни и мастер-классы. Тему продолжит наш корреспондент. Школьники Люберец проводят этот день не за партами, но не менее познавательно. Специально для них в рамках акции «Школа утилизации электроника» проводит экологический урок. Учат с раннего возраста заботиться о природе. Здесь дети могут благоустроить город с помощью благоустройства цветами и переработкой мусора. Здесь они могут попробовать сами отправить мусор либо на вторичную переработку, либо на полную утилизацию, либо угадать, из чего сделаны эти вещи. Те, кто постарше, соорудили пирамиды из принесенной на утилизацию старой техники. Победили ученики гимназии номер один, построив 4-метровую башню. Мы построили вот эту красивую инсталляцию. Хотели показать, что все возобновляется. Это все наши школы собрали. Экологическая акция прошла под патронажем единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Эколайн Воскресенск» и администрации городского округа Люберцы. Самое страшное для окружающей среды – это фреон в холодильнике. Потому что утечка фреона в природно-естественной среде оказывает негатив на озоновый слой больше, чем 10 тонн углекислого газа. Задача сегодня воспитать детей и молодежь таким образом, чтобы электроника сдавалась на вторичную переработку и не попадала в окружающую среду. Вся собранная электроника будет переработана без вреда для экологии и получит вторую жизнь. В прошлом году во время проведения акции собрали 27 тонн старых электроприборов. В этом году, судя по количеству участников, эта цифра значительно превышена. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.